Всем пушистые приветики от кошечек Анжелы и Сони, а также от канала Тилли-Вилли Kids. Приветик, мои любимые зрители! И мы с кошечками прочитали комментарии, и многие из вас хотели, чтобы кошечки устроили челлендж древний, современный. И поэтому сегодня кошечка Анжела и кошечка Соня участвуют в челлендже древний против современного. Ну и кошечке Анжеле досталось сегодня древний стиль и современный у кошечки Сони. И вот наши кошечки сразу же пошли в гардероб и начинают переодеваться наши кошечки. И также будем смотреть, кто же сегодня будет в лучшем образе, наша, можно так сказать, древняя кошечка Анжела или современная кошечка Соня. И вот я смотрю, что они уже определились с такими нарядами, в котором они сегодня будут проводить сегодняшний денечек. Эта кошечка Анжела у нас будет сегодня королевой, круто, ну да, такой стиль вот старины. И современная кошечка Соня выбрала наряд поп-звезды. Крутые наши кошечки, по-моему, классно, все под стиль, да, у наших кошечек современная кошечка Соня и королевская кошечка Анжела, которая сняла свое платьице, чтобы одеть классные золотые туфельки, вот так вот королевы любят наряжаться, золотые ботильоны захотела кошечка Анжела и вот такое классное королевское платье у нашей красавицы кошечки Анжелы. А Сонечка уже приступила к выполнению макияжа. Ну, вот такой макияжик у кошечки Сони. И Анжелочка тоже давай делать макияжик. Наша королева сегодня сделает такой макияж. Желтые будут тени или какие? Она еще сама не знает, наша кошечка Анжела не знает, какие она хочет тени. Какие же тени будут у королевы? Это будут розовые тени. А кошечка Соня уже сделала макияжик. Вот такая классная, современная кошечка Соня, которая захотела даже надеть современные очки. И вот такие прикольные очки будут у кошечки Сони. А Анжелочка закончила делать свой макияж. И вот наша кошечка-королева Анжелочка готова. И вот наши красавицы-кошечки Анжела и Соня. Ну и, конечно же, по условиям челленджа нам надо еще сделать такие террасы, соответствующие в стиле. И, конечно же, в древности, что у нас был? Королевский дворец и современный мегаполис на фоне нашей кошечки Сонечки. И посмотрим. Проблемка, конечно, вот Анжелочке. Надо выбрать что-то постарее. Ну, конечно, в древности не было компьютеров, но мы его убрать не можем, поэтому оставляем самый-самый старенький такой компьютер, такую игровую приставку старенькую и классная современная комната, которая понравилась очень-очень кошечке Соне. И наша нежненькая кошечка Анжела, королева. Да, ребята, я знаю, что вы очень любите этот наряд, и наши кошечки тоже любят. Даже кошечка Соня любит наряд королевы, но сегодня ей предстоит вот такой вот современный стиль, поэтому сейчас смотрим, в каких бы ваннах купалась наша королева и современная поп-звезда кошечка Соня. Ну и вот самую шикарную ванну выбрала королева. Да, в древности, я думаю, что были такие золотые ванны у королев. И довольно-таки современненькая ванная комната получилась у кошечки Сони. Классно, ребята? По-моему, классно получилось и у Сонечки, и у кошечки Анжелы, нашей королевы. И посмотрим, в каких же спаленках захотят спать наша поп-звезда Соня и королева кошечка Анжела. Самые современные вещи выбирает кошечка Соня и королевские атрибуты для нашей кошечки Анжелы, которая сегодня в древнем стиле принимает участие, да? Итак, вот такие спаленки у наших кошечек. Классные обстановочки, отличные. И давайте-ка покупаемся в таких ванных комнатах. Итак, королева купается в своей золотистой ванне, и суперзвезда купается в современной ванной. Вот такие наши красавицы-кошечки, которые проголодались, и теперь, наверное, королевский обед у кошечки Сонечки, у кошечки Анжелы и у Сони надо что-то такое современное, скушать такие блюда, которых не было у королев. Конечно же, мне кажется, это должен быть фастфуд какой-то. Королева съела шикарный тортик и пошла фототься.
А вот Сонечка выбирает, что современное. Вот есть гамбургер. Нет, пиццу даже она съела. Ну, я думаю, что королевы точно не пробовали пиц в древности. Не было. А также не было вот таких классных роллов. Да? Вот так вот Сонечка съела такую еду отличную. Ну что, Сонечка, давай-ка вместе с Анжелой пофотаемся. Анжелочка, вот даже такой фильтр старинный выбрала. Да, такой цвет с сепию. И также можно еще черно-белые фотографии использовать. Да, вот такие древние фильтры использует кошечка Анжела. И на фоне современного Нью-Йорка с классными такими современными фильтрами делает фотографии кошечка Соня. Ну, ребятки, посмотрите еще, какие фоточки сделают кошечки. Ну, а мы с вами будем прощаться и с кошечками тоже. Поставьте лайк нашим кошечкам, они старались сделать для вас классное видео. Поэтому, ребятки, всем пока-пока и нашим кошечкам тоже пока-пока!